да, зарплаты не изменились, но в чем-то отказываем, что-то меньше покупаем, покупаем, меньше балуем себя, да, покупаем основной товар только в основном. Ну, а глобально не могу сказать, что что-то поменялось. Всегда что-то дорожает, мы как-то корректируем свою жизнь, но не глобально. Сильно мы не страдаем от этого. Ощущение, ну как, конечно, негативное ощущение у меня в связи с этим ростом цен. Цены превысились практически в два раза, вот буквально за вот эти две недели. Ну, тяжело, и зарплата не превышается, а цены превышаются, и, ну, выхода нет другого. Немножко надо работать, как-то зарабатывать деньги. Езжу сюда на работу, пока не увольнялась, ничего, потому что там тоже тяжело с работой в Украине, на территории Украины.